В начале встречи директор центра Галина Пушкарь сделала небольшой доклад, в основу которого вошли интересные факты из биографии Пушкина. А затем участники Томилинской студии «Ренессанс» представили вниманию зрителей поэтическую композицию, составленную из стихов Александра Сергеевича. «Безумие ведет эрота, но вдруг, не знаю почему, оно наскучило ему. Взялся за новую затею, повязку смел, не почитает проказник Гименей». Для юных участников творческой студии подобное сольное выступление дебютное. Как говорит руководитель «Ренессанса» Ольга Илларионова, идея создания цикла вечеров, посвященных творчеству русских классиков, принадлежит детям. И их вовсе не пугает, что творил Пушкин почти 2 века назад. Человеческие ценности, воспетые поэтом, не устаревают, а остаются актуальными и в современной жизни. То, что остается испокон века, это тот же самый разговор отцов и детей, это тот же самый момент первой любви. Я, кажется, что вот здесь это тоже, но только это переносится на современный язык, но мне кажется, чтобы это не было как-то, может быть, пошло, вульгарно, вот этих рамок надо избегать, а так можно очень сильно заиграться. В завершении поэтического вечера перед его участниками и зрителями выступила солистка Томилинского центра культуры Ольга Герасимова, которая исполнила несколько романсов на стихи великого поэта. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.